Первая выставка из цикла «Летописей войны» стартовала в Саратовском музее боевой славы. Проект организован совместно с архивом области и посвящен предстоящему 70-летнему юбилею Победы. Первая выставка цикла называется «Саратов. Эвакуация». Посетители музея смогли познакомиться с редкими документами начала Великой Отечественной войны, в их числе и рассекреченные архивы малоизвестных страниц истории. В рамках цикла будут также открыты выставки, посвященные госпиталям, селам и культуре в военные годы. Наши сотрудники работают в государственном архиве Саратовской области. Именно там мы узнаем о неизвестных страницах, связанных с Саратовским краем в год Великой Отечественной войны. И вот сегодня начало положения этому интересному циклу, я думаю, что он действительно займет достойное место нашей деятельности.